Добрый день всем. Продолжаем читать 31 день в Нарануне. День второй. Принимать решения. Наранун научил меня не откладывать дела на потом. Сегодня я ясно вижу, что всегда неосознанно откладывала принятие решений. И в результате этого я позволяла другим принимать решения за себя. Когда последствия моего бездействия наносили вред мне, то я обвиняла в этом других. Я отвергала мысль о том, что именно я ответственна за результаты моего бездействия. Молитва о душевном покое учит меня, как изменить то, что могу, и поощряет принимать решения в нужный момент. Посещая группы Наранона и читая литературу Содружества, я научилась быть более уверенной и вместе с тем быть более ответственной. Я избегаю как пассивного отношения, так и агрессивного поведения. Я ищу силы, чтобы принимать решения, основанные на объективном анализе ситуации. Я пытаюсь оценивать все с ответственностью, мужеством и помощью своей высшей силы. У меня есть твердое намерение заботиться о себе при принятии решения. Мои решения и действия, которые я могу совершить, дают мне душевный покой и силу духа справиться с новыми проблемами, в то время как я продолжаю свой путь духовного роста. Размышления на сегодня. Литература Наранона учит меня, что не принимать решение может быть худшим из возможных решений. Только сегодня я не позволю другим принимать за себя решения или просто их откладывать. Чем больше ты принимаешь решения сам, тем больше ты осознаешь, что у тебя есть свобода выбора. Торнтон Уайлдер.